В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннелепроходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важен вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с метростроем. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. Деревья же, новые саженцы, расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Театральная позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Метро – это вид транспорта, который очень удобен. Нет пробок, нет заторов, и человек в определенное время, назначенное время выезжает и знает, когда он прибудет в пункт назначения. И то, что в центре города есть, будет станция метро, я считаю, что она нужна. Когда будет метро под боком, сел, доехал, проблем нет. Поэтому я считаю, что метро, станция метро «Театральная», она должна быть.